Привет! Та-да! Это Здравый Малый, и это наш третий выпуск. А почему так долго не писали? Ну, у нас были кое-какие проблемы, тюрочки друг с другом. И в этот раз, в этом третьем выпуске, нас аж двое. В этом выпуске у нас снова будет соревнование, но в таком новомодном фото-видео-течении, как таймлапс. Проще говоря, что такое таймлапс? Это вы фигачите кучу фотографий одного места, загоняете их в видеоредактор и сохраняете как единую видеодорожку. Вот он и таймлапс. Соревнование будет проходить в следующем направлении. У меня будет профессиональная техника и минимум знаний, а у Здравого будет максимальное количество знаний и минимальная техника. Каждому из нас дается 2 дня подряд для создания таймлапса и 3 дня для его монтажа. В чем же будет соль нашего соревнования? Да, конечно же, в том, у кого ролик лучше. Для того, чтобы мы не фоткали всякую ересь, мы написали задания на бумажках, которые каждый в режиме жеребьевки достал себе. Мне досталась самая лайтовая карточка «Центр», а учитывая мое средство передвижения, это вообще бомба. Что за аппаратура, у меня как ей пользоваться, вообще без понятия. Сейчас я буду втыкать. Первый день. Это очень легко. Ебать! Любой может. Весит это все, как будто я сам себя посадил на себя. И вот с этим вот оборудованием и я пру. Наймите себе рикшу, чтобы он таскал все это. Или будьте качком. О, я качок! Короче, забор, я пришел в забор. Мне понадавали кучу техники, которую я видел, по сути, в первый раз в жизни. А намертво закрепленные штативы на рюкзаке – это очень важно. Без маленькой помощи не обошлось. Все ж понятно. Конечно, какой нос. Трудности в том, что я ни хрена не знаю этот фотоаппарат. Время идет, а работа не движется абсолютно. Уже поменялось освещение. Фена вот кучу раз, очень крутое всякое. Люди, когда вы снимаете таймлапсы, все настройки должны быть ручными. Не дай бог вы на авто поставите. Ребята, у вас ни хрена не получится просто. Поэтому я вот 20 минут стою и дрочу эти настройки. Вот так вот вынуть батарейку и засунуть ее обратно, потому что GoPro затупила. Магия, она работает. Я подам петицию в компанию GoPro, потому что я не могу открывать их крышки. А ты засек ту камеру? Засекальщик, ё-моё. О, вот это уже можно снимать. Многие из нас, когда смотрят видео на YouTube, думают, что снять таймлапс – это просто прийти, поставить фотоаппарат, подождать какое-то время, пока он снимется, и тут же заливать на YouTube. Нифига! Я не знаю, я уже хочу домой. Мы сняли, я снял только одну точку. Короче, и вторую точку едем снимать, и это будет вираж, и все будет здорово, если я не умру. Поехал снимать вираж. Все будет здорово, сказал я сам себе. Но промахнулся по фокусу.
Везде. Реально? Везде. Таймлапса с виража нет. Всякий раз, когда вы видите на улице замечательные облака, плывущие по небу, знаете, там дикий ветер. Ты можешь не складывать все это в рюкзак? Просто положи в багажник. Самое утомительное в этом процессе то, что ты приезжаешь и выполняешь одну и ту же работу. Поставил рюкзак, вытащил штатив, вытащил фотоаппарат, поставил на штатив, настроил фотоаппарат. Это вообще это геморрой, ребят, честное слово. Потом ты 20 минут спишь и ждешь. Да, много косяков, много там нужно чего держать во внимании, постоянно не забывать об этом, потому что разное освещение, разные позиции, и нужно все очень четко воспринимать. Но потом, когда ты все это настроишь, тебе нужно просто сидеть, следить за своим оборудованием, чтобы и просто чекать Инстаграм и сидеть в телефоне. Что-то я подустал. А под конец дня было Белгову. А еще позже запись в группе Здравого Малого о том, что «Ребята, мы просрали камеру!» Но не без этого. А огромное спасибо мы хотим сказать подписчикам нашей группы за то, что отозвались на эту новость. Правда, мы очень ценим то, что вы следите за нашими новостями и то, что отзываетесь вот так легко и просто. Итог первого дня, который был понятен и так. Что? Нет, ну... Что? Я в кашу. Второй день съемок начался немножко позже, чем мы планировали. Сейчас мы находимся на Песчаной улице. Здесь открывается замечательный вид на так называемый замок, который все так любят и ценят. Он тоже является частью города Белгорода. Небо, как и вчера, замечательное просто. Поэтому сейчас мы поставим таймлапсик и будем надеяться, что все будет здорово. Знания, которые я получил вчера, и помогут мне сегодня опять же ускорить процесс съемки. Еху! Автодорожники! Прошел дождь. Сейчас я пойду на мост ЖД. Буду снимать вон ту часть города, Харбора. Ветер немножко подуменьшился, но все равно есть. И после дождя нужно побыстрее это все сделать. Когда автобус проезжает, мост не так сильно шатается, а когда какой-нибудь КамАЗ или грузовик, он прям вибрирует и очень сильно это. Потом детям буду рассказывать. Я в твои годы, я 20 лет в таймлапсе. ЖД мост не предвещал ничего плохого. А мои замечательные слова о том, что какое красивое небо, мы сейчас все быстренько снимем и уберемся оттуда к ядрине и фене. Блюстители правопорядка! Начали звонить наряду полиции, наряд сказал: «Да, ребят, разберитесь сами, ну что вы будем вот это туда-сюда катать? Тем более, ну кого вы там поймали? Ну вот там каких-нибудь там, я не знаю кого, террористов, а то...» Это товарищ, карма. Это карма. Пока ковырялся, через 17 минут Бобик подъезжает. Все, ребят, так, вы, что вы тут делаете и так далее и тому подобное. Ёкарный бабай стоит, бородач в очках, инвалид. Террористы явно затеяли зло. Не, мы думали, нас заберут, и часа на 3, на 4 мы будем вести разъяснительную беседу о том, что нельзя снимать облака, которые висят на ЖД путями. 20, а то и 40 минут. Только после этого какой-то патруль подъезжал и говорил: «А что вы? Вы явно что-то плохое за... Да, ты имел! Ты вот карат... Ну-ка, стой!» Глянь, как там анус зеленого дракона. Ребят, вы не поверите, это центр Белгорода. Потому что не в центре Белгорода. Верите? Нет, мы в центре Белгорода. У меня бегом просто не упало. Технолог, неужели вы думаете, что если я был бы террористом, мне бы потребовалось 45 минут, чтобы сделать одну фотографию? Ребят, не снимайте здесь на вопрос «почему?» Он делает так. Бородатый чувак и инвалид вызывают больше подозрений, чем
Я не хочу никого обидеть. Чем кто-либо еще хорошего, так? Ну, мне так сказали, я человек подневольный. Не снимай. Так мы город снимаем. Сейчас, секунду. Они город снимают. Уходим. Догоняет нас. Ребят, ну уж не будет снимать, точно никто? Мы уходим. Смотрите, эту камеру, я вас... Я устал за сегодняшний день не столько физически, сколько морально. Делать таймлапсы в городе Белгород – это героический труд. Насмазанное, не такое, как это было. Привет, собака, привет. Злой такой. Дядя, за два дня я сейчас сделаю классный таймлапс города Белгорода. Все будут писаться кипятком. Ребят, это unreal. И поверьте мне, съемка таймлапса — это минимум часть работы, которую вы сделаете. Все остальное — это монтаж. Хорошо, вот, все, я закончил снимать на профессиональную технику, без особых знаний, которые я получал в течение, получается, этих двух дней. Посмотрим, кто кого. А еще шаурма на Дениса очень вкусная.